Итак, тут ни хрена не видно. Да, ни хрена. Текст ни хрена не виден. Но мы можем, в принципе, понять, что вот это вот Никита Печурин. А что он нам говорит, мы, честно говоря, не видим. Потому что моя камера, она, в принципе, отстой. Вот. Я думал, она очень крутая, но она отстой. Вот. Но он говорит, что на Xbox вышел YouTube. В смысле... Короче, да, забей. Вот. И сейчас мы как раз проверим это. И, значит, тут вообще Forza, вообще фейл какой-то. Вот. Нереально. Вот, но мы про YouTube. Сейчас я включу. И, короче, это видео, оно будет на YouTube. То есть, видео про YouTube будет на YouTube. Ну, я думаю, кто-то это уже делал. Так. Давай, нет. Это не то. Мне нужен Xbox. Так. Сейчас будем смотреть YouTube на Xbox. А, кстати, меня начинает захватывать игра. Вы не поверите. Вот это. Dead or Alive Extreme Beach Volleyball 2. То есть невероятно, но в принципе эта игра, как бы, это все-таки игра. Все-таки это игра, и она как бы, ну, вот она в моем Xbox. В принципе... Сука! Я имею в виду мой Nokia N95. Настоящая сволочь, потому что... Только что он прекратил запись видео, вот это, которое вот я снимал, потому что он выдал сообщение, типа, батарея разряжается. Вот, и, блин, и из-за этого, из-за того, что батарея разряжается, типа, видео прекратило сниматься. Вообще, охренеть можно, охренеть. Ну, короче, я сейчас его подзарядил немного, и, в общем... Продолжим. В общем, эта батарея дурацкая, которая в моем телефоне, она не дала мне рассказать про Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. Ну, а хрен с ним, с этим Extreme Beach Volleyball. Мы сейчас должны YouTube посмотреть вообще-то. Вот. Так что давайте этим займемся. Если опять разрядится, я не знаю, что я сделал. Вроде я нормально подзарядил. Вот. И... Я вот эти два куска попытаюсь соединить в Movie Maker. Или просто выложу тупо на YouTube два видео. Ну вот, ну посмотрим. Итак. Сейчас попытаемся. Так. Блин, где этот YouTube грёбаный? My Video Apps. Или нет? Так, подожди, подождите немного. My Video Apps. Блин, ну я видел YouTube здесь где-то. Видел. Во-во-во. Во. Так. Во, отлично! Please wait while this free app is installed. А, то есть она еще инсталится будет. Ну ладно.
пока мы можем посмотреть на... Я не знаю, на что мы можем посмотреть с моей дурацкой камерой. Вот на аватарку Валифора можем посмотреть. Вот такая вот аватарка. Не буду я вот так вот вам делать, потому что не очень удобно. Хотя могу потроллить вас. Но устанавливается. Блин, как же долго, охренеть. А, все. Смотрим. Xbox Arrive. О, так, зашли. Итак, надеюсь, все просто. Так, где тут search bar? Так, подожди. Settings. Сайниниться тут можно. Ладно, я не хочу сайниниться. А, или что тут, заставляешь сайниниться, не понял. Не может этого быть. Safety mode. Бла-бла-бла. Слушай, а... А, вот, search, Y, вот, точно. О, отлично. Так. Сейчас быстренько введем. Значит, подожди. Блин. Так, не, подожди. Так, подожди, а как пробел ставить? Блин. Ладно, во, нашло. Вот то, что я хотел, то все равно нашло. Черепашки Ниндзя 3, The Manhattan Project. Do you want to show the titles of the videos you watch? Блин, ну да, ну... Хочу, господи. Videos, music, окей. We cannot be played this time. Чего? Видео cannot be played? Почему? Я не понял. Так, другое видео давайте. О! Отлично. Это видео играется. О, да! Черепашки-ниндзя! Короче, YouTube работает. Я не знаю, почему тут дилей звука по сравнению с изображением. Блин. Странно. Может, это видео такое? Черт его знает. Так, ну давай посмотрим вот это. Сегодня только Черепашки Ниндзя 3. Сейчас вот я достану Дэнди и буду играть. Если так вот продолжится вот это все. Черепашки Ниндзя 3. О, во, отлично. Ну чё, как тут со звуком дела обстоят? О, вот это я понимаю. Отлично, YouTube рулит. Nokia N95 сосет. Ну, как бы. Больше ничего не знаю. А, Черепашки Ниндзя, конечно, рулят третья часть. Вот. Сейчас достану. Да не, ладно, потом достану. Сейчас я буду играть в Dead or Alive Extreme 2. Или.
сначала попытаюсь соединить вот эти два видоса и выложить на YouTube. Все, привет.